пожалуйста, внимание на эту... Не сюда внимание, туда внимание. На эту работу знаменитого Микеланджело, в которой, пожалуй, наиболее полно воплотилась любовь мастера к девице Джеральдине Фюнбюллов. Когда они первый раз встретились, она была фантастически девственна, целомудренна и непорочна. Таковой она и осталась на веки вечные в камне. 3 долгих года мастер уговаривал ее попозировать ему. Но девица, как вы сами понимаете, отказывала. И вдруг, все-таки сраженная его страстью, она вдруг не согласилась. И вот в этот самый момент мастер, охваченный крайним вдохновением, схватил свой волшебный инструмент и бросился долбить холодную мраморную плоть, чтобы, как вы понимаете, сделать из нее женщину. Что я тут смешного сказала? Тем самым он оставил ее образ благодарным потомкам. Я пошла в другой зал.